Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны 48300 и 48333. Партнер программы «Новости» – магазин «Випарт». Нам, женщинам, надо так мало для счастья. Теплое слово, ласковый взгляд и новое платье. Модная верхняя, деловая и вечерняя женская одежда в магазине «Випарт». Теперь мы по новому адресу. Анапа, торгово-развлекательный центр «Алиса», первый этаж. «Випарт» – клуб настоящих модниц. Здравствуйте, в эфире программа «Итоги недели» в студии Кристина Арабина. Чем запомнились анапчанам и гостям курорта минувшие 7 дней и как эти события повлияли на жизнь города-курорта, расскажем в итоговом выпуске новостей за неделю. Жители частного сектора по улице Тургенева всерьез обеспокоились начавшимся возле их домов строительством многоэтажки. Недавно был вырыт котлован для закладки фундамента. За помощью и разъяснениями они обратились в городскую администрацию. Выяснилось, застройщик получил разрешение на индивидуальное жилищное строительство и решил, что можно все. На Тургенева 53 стройплощадка расположилась едва ли не на проезжей части. Местные жители, лишившись возможности нормально ходить по тротуару, обратились в управление муниципального контроля с жалобой. Сотрудники управления муниципального контроля выявили несколько нарушений правил содержания и благоустройства территории. Разрешение на индивидуальное жилищное строительство у застройщика есть. Но когда он начал раскапывать котлован, должен был отступить от соседней многоэтажки 6 метров, от соседних частников по 3 метра. Между тем, котлован он вырыл на 100% участка, захватив еще и кусок муниципальной земли, разворотив при этом тротуар. Размеры котлована указывают на то, что вместо индивидуального дом строится многоквартирный. В настоящее время котлован засыпан, придорожная территория очищена. Объект взят под особый контроль городской администрации. Сотрудники управления муниципального контроля готовят пакет документов для обращения в суд, чтобы застройщик привел в порядок разрешительную документацию на строительство объекта и устранил все нарушения. Управление муниципального контроля продолжает вести мониторинг соблюдения правил благоустройства курорта. Работа приносит результат. После проведенной на улице Ленина проверки, замечания специалистов городской службы не остались без внимания. Выявленные нарушения устранены менее чем за 2 недели. Куда ведут коммуникации, к жилым домам или в обход, к строящимся гостиницам и пансионатам? Этот вопрос своим подчиненным задал глава Анапы во время рабочего объезда Пионерского проспекта. Нарушения при обустройстве инженерной инфраструктуры чуть ли не на каждом участке. Строительная сфера курорта должна быть на особом контроле, подчеркнул глава города Сергей Сергеев. Жалобы анапчан и гостей курорта на работу общественного транспорта становятся поводом для проверки. В центре внимания специалистов отдела по транспорту и связи санитарное состояние и информационное обеспечение автобусов и маршруток. На этой неделе проверки подверглись к водителям, обслуживающим рейсы номер 25 и 106. На конечной остановке пригородных маршрутов специалисты отдела по транспорту и связи нарушений не выявили. В каждом автобусе информация о рейсе и водителе в салоне чиста. Пассажиры 106 маршрута жалуются только на несоответствие расписания. Автобусы, следующие в станицу Благовещенскую, его не соблюдают. По поручению главы города Сергея Сергеева контролирующие службы усилили работу по выявлению нарушителей в сфере пассажирских перевозок. Лучшие в профессии на службе сотрудники органов внутренних дел принимали поздравления на сцене городского театра. 10 ноября в России отметили День сотрудников органов внутренних дел. С профессиональным праздником полицейских поздравил глава города Сергей Сергеев. На этой неделе новоселье прошло в станице Анапской. Ярмарка «Привоз» переехала в более удобное, безопасное и просторное место. «Привоз» будет работать в станице каждую среду в районе парка. Покупатели приглашают за качественными местными продуктами по доступным ценам. Местные жители уже оценили и комфорт площадки, и качество продуктов, и доступные цены. Счастливое время перемен начали отсчитывать цветочные часы на улице Ленина. Работники предприятия «Зеленстрой» облагораживают городские клумбы, газоны и высаживают цветы на циферблате часов. Достопримечательность, сотворенная руками специалистов «Зеленстроя», стала одной из популярнейших на Черноморском побережье. Клумбу «Цветочные часы» установили в Анапе в 2008 году. Механизм разрабатывали и собирали мастера из Польши. В диаметре часы более 10 метров. Ночью к цветочному виду добавляется подсветка. Часами во всех деталях управляет автоматика, в том числе и поливом. Анапчане и гости курорта обязательно фотографируют
появляться на их фоне. Мастера Зеленстроя постоянно ухаживают за клумбой, обновляют цветочную композицию несколько раз в год. Перед посадкой цветов мастера сначала убрали сухие бархатцы, произвели подготовку почвы, внесли удобрения. Цветочные часы украсят 6500 цветков виолы. Преобразится цветочный вид и в сквере у здания администрации, на въездах в город и на Театральной площади. Специалисты Зеленстроя планируют высадить 7000 тюльпанов и 33 тысячи виол. Анапа продолжает оставаться городом цветов даже на пороге зимы. В Анапе стартовали краевые соревнования по одному из самых красивых, слаженных и сложных видов спорта – синхронному плаванию. В детско-юношеской спортивной школе «Виктория» прошли краевые соревнования по синхронному плаванию. Более 50 спортсменок приехало на соревнования. Свои команды представили Анапа, Сочи и Краснодар. Причем у анапской команды и опыт еще небольшой, и возраст совсем юный. Но тренер выступлением осталась довольна. В первый день соревнований участницы продемонстрировали групповые и комбинированные выступления, затем в обязательной программе – фигуры. Завершили соревнования выступления соло и дуэтов. Вот такой мы увидели уходящую неделю. Смотрите сегодня в итоговом выпуске программы. Все ли средства хороши в борьбе за звание управляющей анапскими многоэтажками компании? Повторная транспортная проверка прошла в станице Анапской в центре внимания маршрут номер 25. Совместное профилактическое занятие по оказанию первой помощи пострадавшим в ДТП провели медработники и водители мототранспорта. В Анапе стартовал заключительный 4-й этап спартакиады союзного государства для детей и юношества. И сейчас обо всем подробнее. Жильцы 29 многоэтажек стали заложниками запутанной истории. Две компании, альтернативные коммунальные системы и «Буревестник», выставили счета жильцам за одни и те же оказанные услуги. Сейчас во дворах многоэтажек стоят два комплекта мусорных контейнеров, метут по две бригады дворников, но жильцов не устраивает двойная работа и двойная оплата. В причинах и последствиях проблемы разбиралась Алина Гумерова. Собственники многоквартирных жилых домов Анапы бьют тревогу. Компания «Буревестник», по словам людей, самовольно назначила себя их управляющей компанией, хотя на протяжении долгого времени дома обслуживало предприятие «Альтернативные коммунальные системы». В августе жильцы получили от «Буревестника» приглашение на собрание, которое так и не состоялось, организаторы не явились. Однако через пару месяцев пришли новые письма, в которых указано, управляющая компания «Буревестник» теперь будет обслуживать их дома. А за пару дней до этого письма жильцы получили новые квитанции на оплату услуг от «Буревестника». Неожиданно в начале ноября мы получили подметные письма некой компании «Буревестник» без адреса и без фамилии, то есть, которая поставила нас в известность, что с 1 ноября произошла смена нашей управляющей компании АКС на «Буревестник», и теперь мы должны все деньги платить компании «Буревестник». Никаких собраний, никаких протоколов, никаких сборов подписей не было. Объяснение своего бизнес-плана данная компания не представила, а сейчас явочным порядком требует у меня сменить компанию, обслуживающую наш дом. В первом письме, которое не письмо, а было объявление на доске объявлений, меня сразу шокировала цифра за квадратный метр. 15 рублей. Сегодня мы платим 8,55. Это в полтора раза и больше. Жильцов устраивает и качество услуг компании АКС, и тарифы. Кроме того, объективных причин менять управляющую компанию нет. В компании нет долгов. Они добросовестно и качественно выполняют свои обязательства, говорят анапчане. Между тем, общие собрания, на которых принято решение о смене управляющей организации, якобы прошли сразу в 12 многоквартирных жилых домах Анапы. Вот только большинство жильцов этих домов утверждает, они не принимали в них участия. Но, видимо, у коммунальщиков свое видение. В подъезд неоднократно появлялись сомнительные листовки. В почтовых ящиках жильцы находили двойные квитанции по оплате коммунальных услуг. С ноября привезли свои контейнеры, поставили мусорные сами, ну, и вот начали работать, что-то присылать уборщицу, тут дворников, какую-то деятельность, в общем, замки взломали. Возмущенные жители обратились за помощью сразу в ряд инстанций с надеждой, что справедливость восторжествует. Кто прав в этом коммунальном споре, решит суд. Как рассказывают представители альтернативных коммунальных систем, суд наложил обеспечительные меры, приостановив действие протоколов общих собраний компании «Буревестник» до того момента, пока не будет вынесено решение. Я просто жителей всех наших домов призываю, чтобы ни в коем случае вы
когда месяц закончится, все договора с ресурсоснабжающими компаниями, они у нас. Значит, они не расторгнут эти договора. И поэтому, чтобы по ошибке не оплатили буревестнику все деньги, значит, за коммунальные платежи, как платили в управляющую компанию АКС, сюда, значит, мы будем принимать. Значит, пока не будет решения суда. Мы позвонили в управляющую компанию «Буревестник», чтобы услышать другую сторону. Они отстаивают свою позицию и готовы к диалогу. На самом деле, учитывая сейчас сложившуюся обстановку относительно доброго имени компании «Буревестник» и появляющихся сюжетов, значит, для того, чтобы вы получили конкретный ответ на ваш вопрос, я предлагаю вам приехать в нашу компанию с документами, чтобы разговор у нас был предметным и обстоятельным. В русском языке недаром слово «правда» только в единственном числе. Правда всегда одна. Точку в этой истории должен поставить суд. Мы будем следить за развитием событий. Готовы ли водители общественного транспорта повышать качество своей работы? Специалисты управления транспорта и связи провели повторную проверку на 25-м городском маршруте. Замечаний у пассажиров было много. Исправили их водители или нет, выяснила наша съемочная группа. Каждые 7 минут от конечной остановки в станице Анапской отходит маршрутный автобус номер 25. Через час небольшим, сделав круг по городу, возвращается на исходную позицию. Проверки, организованные городским отделом по транспорту и связи, для водителей не редкость. Отделом по транспорту и связи повторно проведен мониторинг маршрута номер 25. Так как мы в прошлый раз нарушителя-водителя наказали административным протоколом, сейчас смотрим, что он исправился, молодец, повесил все таблички, все чисто в автобусе. Евгений Лукаш уже более 10 лет занимается перевозками пассажиров. Водитель вежливый, аккуратный, но и его недавно оштрафовали за отсутствие информационного стенда на задней панели автобуса. Улетела ветром табличка, была прикреплена с наружной стороны. И, ну, потерялась, заказал новую. И все исправил. Я сам заинтересован в том, чтобы люди читали больше информацию и как бы, ну, знали, куда едет маршрут. Специалисты отдела пристально следят не только за остановочными пунктами, которых в городской черте 99. Рейды идут и в процессе следования по маршруту. Информационные стенды обязательно, внешний вид, санитарное состояние автобусов. Ну, чтобы наши граждане были довольны, и мы надеемся, что они будут довольны. Самое главное, чтобы они были вежливы, доброжелательны, чтобы в автобусах было всегда приятно зайти и сесть. Штраф за нарушение может составить от 1 до 3 тысяч рублей. Совместное профилактическое занятие по оказанию первой помощи пострадавшим ДТП провели медработники и водители мототранспорта. Особенности снятия мотоэкипировки изучила и наша съемочная группа. В здании станции скорой медпомощи лежит раненый. Условно раненый мотоциклист. Человека в шлеме, словно второй кожей, плотно обтянутого комбинезоном, осматривают фельдшеры и реаниматологи. Двойная подвернутая строчка, защитный материал, усиленные твердые вставки – это хорошая степень защиты. Но в случае аварии это серьезное препятствие для медицинских работников, особенно плотно сидящий шлем. У нас недавно произошло ДТП. Мотоциклист ехал по неосвещенной трассе. На спортивном байке, я правильно поняла, да? И столкнулся с лошадью. Ехал на большой скорости, к сожалению, он погиб, лошадь тоже погибла. И мы столкнулись с тем, когда прибыли на место аварии, что мы не смогли снять шлем. Байкеры мотоклуба Blacksmiths MC из Анапы и Геленджика привезли на встречу с медперсоналом разные виды экипировки мотоциклистов и шлемы. Дешевый пластик разлетается на куски и может травмировать голову пострадавшего. Качественные шлемы снимаются с трудом и особым образом. Комбинезон можно разрезать только вдоль шва. Перед вами так называемая черепаха. В основном вообще она должна использоваться по-хорошему на кроссовых мотоциклах. Но так как у нас климат жаркий, очень часто народ летом одевает вот именно ее. Спасает она только от первого удара. При спасении чьей-то жизни после ДТП счет идет на секунды. Справиться со сложными застежками шлема получается не сразу. Медицинские работники на практике отработали, как снимать разные виды шлемов, изучили комбинезоны черепаху, мотоботы и перчатки. Стандартным набором инструментов в таких случаях не обойтись. Специальное оборудование для того, чтобы легче было снять эту амуницию. Стропорезы – это не медицинское оборудование, они входят в оснащение бригад. Это пожелание, наверное, наших медиков и вот представителей байкерского клуба, чтобы это было, чтобы нам облегчить просто работу, снять и разрезать тот же комбинезон, разрезать, ну, завязки шлема. Вот, ну, приобретем хотя бы на те бригады, которые выезжают на ДТП, это вот две реанимационные бригады, вот, для них мы приобретем, чтобы действительно облегчить их труд.
Сотрудникам бригад скорой помощи новые навыки обязательно помогут в дальнейшей работе. Конечно, полезно для докторов, потому что многие с этим не сталкиваются. Вот, когда человек попадает впервые в такую ситуацию, для него это, конечно, очень важно. Ну, имея небольшой, сказать, практический опыт в этом деле, некоторые аспекты, которые они сидели, ну, стали несколько новыми, в общем-то, да. Есть своя специфика работы с этими пострадавшими, ну, как бы, это все помогает. Обычно работаешь уже на автоматизме и знаешь, что как делать, и видя состояние человека, видя, что у него в первую очередь пострадало, и как оказать помощь, сориентироваться. Это самое главное на месте, но это, конечно, приходит с опытом, это приходит со знаниями, это приходит с уверенностью. Встреча действительно очень полезная, очень наглядно все показано, объяснено, разъяснено. В качестве, что касаемо шлемов, это очень важно, естественно, в ситуациях ДТП с мотоциклистами. Ну и также защита. Защита, которую действительно очень тяжело снять. Теперь мы будем действовать еще более профессионально. Думаю, что трудностей у нас не возникнет. 16 ноября – день памяти погибших в дорожно-транспортных происшествиях. По данным сотрудников роты ДПС, за 10 месяцев этого года из 104 аварий 15 с участием мотоциклистов. 3 человека погибло, 13 раненых. Как бы нам не хотелось реже встречаться с медиками, с работниками скорой помощи, но из-за нашей, так сказать, опасного увлечения двух колес очень частые аварии. Сегодня мы приехали сюда для того, чтобы вместе, совместно с медиками выработать, может быть, не новую, а давно забытую старую методику помощи пострадавшим двухколесным братьям на дорогах. Любителям острых ощущений следует уделить больше внимания собственной безопасности и соблюдению правил дорожного движения, чтобы полученные навыки сотрудникам скорой помощи не пришлось применить. К другим темам. Потребительские кредиты. На что обратить внимание и какой банк выбрать? Мы проконсультировались у специалистов Райффайзенбанка. Алина Гумерова изучила предложения по продуктам банка, процентные ставки по кредитам и условия кредитования. Об этих услугах банка и других расскажем прямо сейчас. Потребительское кредитование сегодня считается приоритетным направлением для многих российских банков. Потребительские кредиты Райффайзенбанка – это удобные программы займов для частных лиц. Теперь вы можете не откладывать свои планы до лучших времен. Ведь в Райффайзенбанке можно получить потребительский кредит на любые цели без залога и поручителей. Для оформления кредита необходимо подготовить минимальный пакет документов и заполнить заявление на его получение. Подать заявку можно, обратившись в отделение банка, вызвав кредитного специалиста через информационный центр или оформив заявку на сайте банка. Срок рассмотрения составит от 1 часа до 1 рабочего дня при личном обращении в банк и до 2 дней при подаче через выездного кредитного специалиста. Потребительский кредит наличными позволит сменить обстановку, отправиться в путешествие, сделать вашу жизнь еще комфортнее и ярче. Преимущество потребительских кредитов Райффайзенбанка заключается в том, что это минимальный пакет документов, это единая ставка для всех клиентов, это погашение кредита в любое удобное для вас время без комиссий. Если вы уже получили кредит, можно выбрать удобный для вас способ его погашения. Через кассу в отделении Райффайзенбанка, через банкоматы или посредством интернет-банка AirConnect. Традиционно Райффайзенбанк в преддверии новогодних праздников предлагает своим клиентам новые программы. На сегодня у нас действуют 2 предложения. Для тех, кто хочет взять кредит, это предложение действует до 31 декабря и называется «Единая ставка». Для тех же, у кого есть деньги и он хочет разместить деньги на депозит в банке, это депозит «Идеальный баланс». Предложение действует до 31 января. Там несколько повышенная процентная ставка с возможностью пополнения счета и капитализации процентов. Райффайзенбанк предлагает клиентам персональный кредит. Кредит без залога и поручительства на неотложные нужды с единой процентной ставкой, которая не меняется в течение всего срока кредитования и отражает реальную конечную стоимость кредита для заемщика. Решение по кредитной заявке принимается от 1 часа до 3 рабочих дней, а положительное заключение банка действительно в течение 15 рабочих дней. По желанию заемщика Райффайзенбанк может бесплатно выпустить дебетовую карту MasterCard Standard. Более подробную информацию вы можете узнать на сайте Райффайзенбанка или проконсультироваться у специалиста в отделении банка, который находится по адресу город Анапа, улица Шевченко, 73Б. Продолжаем выпуск. В международном календаре есть дни, которые призывают общество не забывать о людях, нуждающихся в самой простой поддержке. Каждый год 13 ноября отмечается Международный день слепых.
Зрение – важнейший способ восприятия мира человека. Человек, лишенный зрения, не может видеть небо и солнечный свет, зеленеющие деревья и цветы, и даже своих детей. Кто-то отчаялся и сдался, кто-то продолжает жить нормальной, обычной жизнью. Насколько это возможно? Все зависит от самого человека. Отчаяться легко. Трудно до конца оставаться сильным. Жизнь Анны переменилась в 17 лет. Зрение ухудшалось постепенно. Общительная, приветливая женщина не унывает и ведет активную жизнь. Поет в хоре «Отрада» и участвует в музыкальных фестивалях. В обществе слепых состоит уже 45 лет. Помогают любимые дети и внуки. Она часто выходит во двор послушать пение птиц, почувствовать свежий воздух и ощутить на себе теплый свет солнца. Я уже привыкла, но где-то люди помогают, где-то я спросила, что куда-то мне надо идти куда-то. Я живу в микрорайоне в 12-41 доме. У нас очень хороший двор, мы сидим всегда вечерами, да. У меня хорошие внуки, я хвастаюсь, что они без вредных привычек. А старший у меня преподает в школе, а младший в университете, там же работает, там закончил, там и работает. В крае общество слепых объединяет более 10 тысяч инвалидов по зрению. В анапском обществе 315 человек. В обществе слепых насыщенная жизнь. Участники занимаются спортом и творчеством. Участвуют в конкурсах, ездят в турслеты. Работает кабинет реабилитации. Проводятся компьютерные курсы, кружок художественной самодеятельности, спортивные и интеллектуальные занятия. А множество кубков, грамот и медалей подтверждает, у каждого члена общества свое хобби. Ряд мероприятий спортивных прошло у нас в этом году более-менее успешных. Мы заняли первое место в Кучегурах на спортивном фестивале «Три в одном». Третье место в интеллектуальном бизнес-марафоне «12 стульев». И на уже российском уровне семейных команд «Три в одном» заняли третье место. Сегодня планируется у нас торжественная часть, поздравления, там, вручение грамот, небольших как бы денежных вливание от краевой организации, особо нуждающимся на мероприятии. Далее концерт и фуршет в заключение. В Анапе стартовал заключительный 4-й этап спартакиады союзного государства для детей и юношества. Лучшие представители учащейся молодежи России и Республики Беларусь будут бороться за звание самой ловкой, быстрой и сильной команды. На торжественной церемонии открытия соревнований побывала наша съемочная группа. В спорте проигравших не бывает. Как бы ни завершились турнирные баталии, все спортсмены всегда победители и обладатели главного приза – завидной физической формы и сильного характера. На церемонии открытия спартакиады союзного государства для детей и юношества участников соревнований приветствовал заместитель главы города-курорта Сергей Козлов. Я искренне вас приветствую от имени главы муниципального образования города-курорта Анапа Сергея Павловича Сергеева на нашей гостеприимной земле. Мы должны с вами быть наиболее сплоченными. Спорт сегодня не имеет границ. Но и наша дружба тоже не имеет границ. Поэтому я желаю вам успехов. Спартакиаду традиционно открыли торжественным поднятием флагов и исполнением гимнов союзных государств. Гостей Кубани встретили с хлебом солью. Каждой команде вручили пышный сдобный каравай. Выступили творческие коллективы курорта, воспитанники детско-юношеской спортивной школы номер 1 и спортивно-танцевального клуба «Альянс». На финальный этап соревнований в Анапу приехало более 200 юных спортсменов из Беларуси и России. Здесь и Москва, здесь и Тула, здесь и Воронеж, и Уфа, здесь Башкирский. И помимо, допустим, да, классических университетов, здесь еще и вузы Министерства сельского хозяйства Российской Федерации принимают участие у нас. Программа спартакиады включает в себя соревнования по волейболу, мини-футболу, настольному теннису и легкой атлетике. Участие в турнире – отличная возможность для ребят из разных стран лучше узнать друг друга, осознать, насколько два народа похожи. Соревнования проведены для сплочения. Мне кажется, что мы должны завести как раз много больше друзей, новое общение. Должно быть очень круто, мне кажется, потому что в моей карьере это, можно так сказать, впервые такие соревнования, вот прям международные. Главная задача этого мероприятия, такого высокого уровня, это укрепление дружественных связей между молодежью России и Белоруссии. Поэтому мы надеемся, что мы увезем отсюда не только медали и кубки, но и наши
студенты, наша молодежь увезет отсюда много хороших впечатлений, новых друзей. Спартакиада Союзного государства для детей и юношества пройдет в течение недели до 17 ноября. Напоминаем телезрителям, 15 ноября в Доме культуры станицы Гастагаевской пройдет День здоровья. Цикл профилактических мероприятий по поручению главы Анапы Сергея Сергеева проходит во всех сельских округах муниципалитета. С 9 до 14 часов в станичном Доме культуры можно будет пройти обследование у врачей и получить рекомендации кардиолога, эндокринолога, невролога, окулиста, педиатра, медицинского психолога, терапевта. Измерить давление, рост и вес. Также к услугам селян – лабораторная экспресс-диагностика ЭКГ, экспресс-оценка состояния сердца на кардиовизоре, смукелайзер, УЗИ органов брюшной полости. Прием проведут врачи городской больницы и Центра медицинской профилактики. Всех желающих проверить свое здоровье ждут с 9 до 14 часов по адресу станица Гастагаевская, улица Советская, дом 70, Дом культуры. При себе необходимо иметь паспорт и страховой полис. На сегодня это вся информация. Далее прогноз погоды на выходные. В субботу, 15 ноября, в Анапе солнечно и ясно. Температура воздуха днем плюс 13-15, ночью до 10 градусов тепла. Ветер северо-восточный 4 метра в секунду. Атмосферное давление в норме 758 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды плюс 11 градусов. В воскресенье 16 ноября в Анапе солнечно и ясно. Температура воздуха днем плюс 10-12, в ночь на понедельник 7 градусов тепла. Ветер северо-восточный 6 метров в секунду. Атмосферное давление в норме 759 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды плюс 11 градусов. Далее блок полезной информации от партнеров программы «Итоги недели» производственного предприятия «Меркурий-2» и магазина «Випарт» в торговом центре «Алиса». Здесь знают, что будет актуально в новом сезоне. Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До встречи и приятных вам выходных. Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны 48300 и 48333. Нам, женщинам, надо так мало для счастья. Теплое слово, ласковый взгляд и новое платье. Модная верхняя, деловая и вечерняя женская одежда в магазине «Випарт». Теперь мы по новому адресу. Анапа, торгово-развлекательный центр «Алиса», первый этаж. «Випарт» – клуб настоящих модниц.